Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, в перерыве между заседаниями второй сессии Верховного Совета СССР, председатель колхоза имени Сталина Чувашской ССР, товарищ Коротков, рассказал нашему кинооператору об использовании кукурузы как кормовой базы животноводства. Осознавая всю важность выполнения решений январского пленума ЦК нашей партии, мы решили посеять кукурузы в текущем году 200 гектаров, 100 гектар на силос и 100 гектар на зерно, и получить с каждого гектара по 100 центнеров зрелых початков.